В Ульяновской области началась кампания по сбору урожая овощных культур. В одном из ведущих аграрных предприятий Лаишевки в этом году небывалый урожай капусты. Ее уродилось более 1000 центнеров с одного гектара. По зерновым культурам год для агропредприятия выдался удачным. С овощами также все в норме. Капуста в лидерах. Морковь и свекла показали себя неплохо. В отстающих оказался картофель, но поводов для паники нет. Из нормы урожая он не выбивается. Виной послужила достаточно холодная весна в начале посадки клубней. По этой причине немного не хватило срока вызревания. В этом году, к сожалению, не совсем хорошо показался картофель, но и не так уж и плохо. По сравнению с прошлым годом, в прошлом году 430 центнеров урожайность была, в этом году средняя урожайность идет 330 центнеров. В постоянной численности предприятия трудится 75 человек. На сезонные работы приглашается еще около 200 рабочих. Охотно соглашаются на работу студенты. Для них это хороший вариант дополнительного заработка. Нам здесь очень нравится. Нас отвозят, привозят с учхоза, кормят здесь. Также все работают с удовольствием. По состоянию на 30 сентября в Ульяновской области овощи убраны с площади 500 гектар, что составляет 32% от плана. Валовый сбор в норме около 17 тысяч тонн. Урожайность в этом году нас радует. У нас урожайность в прошлом году была 230 центнеров с гектара, в этом году пока на начальном этапе идет 330. То есть я хочу сказать, что жители будут обеспечены качественной овощной продукцией. Надеемся все-таки, что пандемия немножко отступит, и мы войдем в сезон ярмарок и порадуем городских жителей продукцией сельского хозяйства. Приоритете у профильного министерства развития мелиорации. Это позволит качественно улучшить показатели не только овощных культур, но и будет способствовать сеянию на экспорт. Урожайность идет стабильно вверх. Продовольственная безопасность овощами будет обеспечена более чем на 80%. Антон Никонов, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.